На днях Курянко вернулась из экспедиции на Эльбрус. Ее провели организаторы Обилимпикса, чтобы водрузить флаг чемпионата на вершине. Наташу выбрали за отличные результаты на соревнованиях и спортивное прошлое. Она чемпионка Европы по дзюдо. Я всегда мечтала стать олимпийской чемпионкой. Мне этого не случилось. Для меня это великая честь подняться на вершину. Я очень горжусь, что у нас есть такая страна, красивые горы, родина. Потом уже, когда вернулась с Эльбруса, у нее слуховой аппарат почему-то отказал. То есть, еще раз говорю, что человек сильнее, чем машина. И мы решили помочь ей и подарить новый слуховой аппарат. И сегодня мы вот с Натальей встретились и вручили слуховой аппарат. И мы видим, что он работает, и Наталья довольна, в общем-то. И я очень рад, что мы можем ей помочь. Наталья Егоричева участвовала в соревнованиях в компетенции массажист и уже получила интересные предложения от работодателей. Девушка не планирует останавливаться на достигнутом. Для нее важно и дальше развиваться в своей профессии.